уже 20 человек на место, 4000, еще набор не закончен. Причем, если еще несколько дней назад мы говорили о том, что ажиотаж вроде бы спал, там было там 70 анкет за сутки, то за вчерашний день вот 150. Тех, которые уже пригодны для дальнейшего применения, 3250. Почему такая разница, где еще там почти 800, я могу объяснить, что вот, допустим, 344 вообще подали повторно. Ну, люди, наверное, сомневаются в том, что первый вариант какой-то был правильно сделан, подают еще раз. Так. И почти 500 анкет не выполнены базовые требования, которые предъявляются к анкетам. Мужчин 67,7%, да? Соответственно, получается 33% женщин. Да? С высшим образованием 58,7%. Студентов 15%. С водительскими правами 70%. Из областного центра 2600 практически. Из области с нашей 970.